забыл, как она называется. Я тоже забыл. С лица Саши не сходит улыбка. Он покоряет своим оптимизмом с первой минуты знакомства. То, что жизнь этого радостного мальчика борьба, сложно даже представить. У Саши редкое генетическое заболевание – миопатия Дюшена. Диагностируется оно у одного из нескольких тысяч детей. Диагноз был поставлен в 4, и что до там, 12 лет – это край. То есть, 12 лет – это край. Это печально не было, но с этим живем и стремимся к тому, чтобы... есть сейчас жизнь, именно сегодняшний день. Мы сегодняшним днем и живем. От этой болезни нет лекарства. Миопатия Дюшена поражает все мышцы в организме ребенка. С каждым годом симптомы прогрессируют. От трудностей движения до проблем с дыханием и работой сердца. Для того, чтобы поддержать физическую форму, Саша несколько часов в день уделяет реабилитации. Занятия на специальном велотренажере, растяжка. Выполнять некоторые упражнения приходится сквозь слезы и боль. Но Саша не привык отступать. Как и любой ребенок, он верит в новогоднее чудо. Вот уже несколько лет доброго волшебника он просит об одном подарке. Я вот хочу получить PlayStation 4, чтобы играть на них всякие разные игры. Верю, то, что он мне принесет ее. Я буду очень ему благодарен. Стать волшебником может каждый. Просто осуществите мечту.